Приветствую всех на своем канале. В этом видео я буду делать новогодние подсвечники из таких вот баночек. У меня эти баночки остались из рыбной какой-то икры, уже даже не помню какой, так как у меня эти баночки уже давно лежат. Они мне понравились по своей форме, но я не знала, что с ними придумать. Вот, а как раз зимние праздники сейчас, да, и это мне навеяло, чтобы сделать из них красивые новогодние подсвечники для вот таких вот свечечек. Я оформлю красиво эти баночки, и они мне станут красивыми подсвечниками. Что мне для этого понадобится? Краска белая, акриловая, в данном случае у меня акриловая краска Декола, и я посмотрю, как раз проверю, как она работает со стеклом. Клей детский такой, знаете, вообще клей-карандаш. Это для того, чтобы на баночку на время зафиксировать какие-то узоры, которые я вырезала из бумажки. Также нам понадобится губка. Так, вот такая вот тесьма или кружево у меня осталось тоже. Я ее тоже пущу на эти подсвечники. Естественно, ножницы, соль для ванн морская, она мне тоже очень давнишняя, мы ее для ванны уже не используем, она у меня стояла для лучших времен, и я думаю, как раз для нее тоже пришло время. Но можно заменить ее крупной солью, да, либо рисом, либо еще каким-то там пшеном. Итак, с чего я начну? Для начала я вырезала из бумаги узорчики, которые у меня будут на этих баночек. Для одной баночки я вырезала такие вот красивые звездочки. И сейчас я примерно объясню, как я это сделала. Смотрите, я взяла из блокнотика, вырвала листик, сложила его вдвое. Затем опять вдвое. Вот это вот лишнее я отрезала. Потом с этой стороны и с этой стороны. Так вот. Сложила лишнее, вырезала, потому что оно нам не понадобится и будет мешать. Отрезала тоже более квадратное я сделала, да, чтобы у нас вот в данном случае я делала звезду, да, и чтобы она более квадратная получилась, я вот такой вот сделала квадратик. То есть вот так вот получается. Вдвое сложила, потом по разным сторонам еще вдвое сложила. И с одной из сторон нарисовала звезду. Вот так вот я ее грубо нарисовала. После я вырезала эту звездочку, но так, чтобы, вот видите, где с этой стороны соединяется все, чтобы у нас оно не разрывалось. То есть вы этот кусочек сильно так не вырезаете, а чтобы дальше они соединялись. И, естественно, с этой стороны также. Чтобы у вас в итоге получилась при раскладке вот такая вот линия из звезд. У меня получилось две такие линии. Вот. И я потом наклей-карандаш приклею по окружности нашей баночки. Вот немного одна звездочка оторвалась, но это ничего страшного. Для второй баночки, для второго подсвечника, я решила вырезать снежинку. В интернете я посмотрела разные формы снежинок и решила остановиться на такой. Вот сейчас я вам покажу. Тоже с методом складывания бумажечки вырезается там форма, какую вы хотите. И при раскладке у нас получается такая вот снежиночка. Вот с таким вот узором. Вот, симпатично. Конечно, она вся у меня сюда не наклеится. Я просто буду брать, вот так вот приклеивать, да, разными сторонами к своей баночке. У меня будут как бы кусочки от этой снежиночки приклеены. Ну, на деле посмотрите, как это оно будет. Как сделать снежинку, вы можете найти в интернете. Есть сейчас куча информации об этом и разнообразные снежинки. То есть на свой вкус вы сможете себе вырезать любую красивую снежиночку. Итак, с чего начнем? Я беру клей-карандаш. И вот так вот провожу по баночке. Вот так вот слегка
Сильно много не надо нам. И приклеиваю наше творение. Надо стараться, чтобы ровненько все было. Если надо где-то подклеить, то мы подклеим. Так. Теперь. Нет. Если немного кривоватые вышли, у вас там или снежинки, или звездочки, можно сердечки повырезать. Ничего страшного. Все равно на деле будет не так видно. Оп-оп. И у меня как раз получилось по всей окружности. Для чего нужна мне эта губка? Я именно губкой буду наносить краску на банку. Но целая губка нам не нужна. Нам буквально небольшой кусочек понадобится для этого. Я вот таким вот образом отрезаю кусок губки. Красить вы можете любой акриловой белой краской. Не обязательно декола, берете, какая у вас там есть. Можете попробовать гуашью, развести ее перед этим клеем ПВА. И тоже попробовать нанести. Сейчас я разведу красочку и буду приступать к нанесению краски на баночку. Краска высохла, и я отклеила бумажечки. И вот что в итоге получилось. Вот такие вот узоры на одной баночке. И на второй такие звезды у нас получились. Помогала я себе зубочисточкой. Где-то лишнее сдирала, подтирала. И в итоге все так чинно и благородненько получилось. Что я делаю дальше? Я вот из этого кружева вырезала нужную мне длину и ширину, чтобы наклеить ободочек так вот сверху нашей баночки. Клей у меня уже разогревается, я пользуюсь горячим клеем, пистолетом. Вы можете приклеить клеем моментом. Вот я приклеила, смотрите, вот такая вот красота у нас получается уже. Такое нежненькое, симпатичное. Да, но что-то еще не хватает. Надо чем-то еще украсить. У меня есть такая новогодняя лента из бусин. Можно вот так вот сверху на тесьму, на ободочек приклеить. Можно вот так вот снизу, как я. Тут еще что-то. То есть сюда уже можно клеить, да, украшать как-то свой подсвечник по своему усмотрению, по своему желанию, включить фантазию, что-то там еще придумать. А я решила, чтобы не было все так просто, вот этой штукой украшено. Я же обнаружила, что у меня осталось вот порезанный дождик с предыдущих моих поделок.
Я брала вот так вот, мельчила дождик, чтобы у меня были такие блесточки. И что я придумала? Я их тоже наклею. Посажу я их на бесцветный лак. Так, смотрите, был у меня дождик елочный. Я брала вот так вот его, мельчила. А будет он у меня вот тут вот. Сейчас я сделаю. И смотрите, что я делаю. Я нашла у себя какой-то бесцветный лак. Я не знаю, сколько ему лет, правда. И вот так вот мажу. И сверху сыплю этот дождик. Излишки я буду убирать кисточкой, ручками, подручными средствами. Так я мажу. Густо, так хорошенько намазываю. Вот смотрите, что получается. Вот такой вот ободочек у нас из блесточек. Берем жесткую кисточку и вот эти лишние, там где не нужно, сели блесточки, мы их просто вот так вот кисточкой убираем. Конечно, по желанию можете пройтись по всей баночке лаком и посыпать блесточками, тогда у вас вся баночка будет блестеть. Ну вот, преображается. Так, на время пока уберу. И займусь вторым подсвечником. Смотрите, вот я уже на втором подсвечнике тоже приклеила тесьму. И вы обратите внимание, если тут я приклеила такими ободочками кверху, то на втором подсвечнике я сделала обратно. Вот чтобы вот эти вот такие волны шли вниз. А сверху на ребро я посажу уже вот такие вот бусинки. То есть будут якобы два одинаковых подсвечника, но все равно будут отличаться друг от друга. Нарезала я такие вот бусинки из новогодней такой ленточки. И теперь я их буду приклеивать наверх сюда, на кружево. Тут, к примеру, приклею. Так вот просто на клей насажу. Ой, падает. Раз. Два. Так, вот у нас одна получилась над звездочкой. Я так через звездочку посажу вот такие вот еще бусинки. Вот, смотрите, тоже очень симпатично получилось. Так, по-новогоднему вообще. Красота. Думаю, с этим подсвечником может уже и все, если я еще не пожелаю что-то добавить. Так, и продолжу заниматься с этим подсвечником. Вот я начикала таких бусинок поменьше. И теперь я буду приклеивать на наш подсвечник, где много пустот, где пустые места, туда я буду приклеивать хаотично эти бусинки. Вот тут я посадила такой цветочек. Сейчас пройдусь по всей баночке. И вот что в итоге у меня получилось. Я уже налепила этих бусинок где только могла. Не знаю, вроде бы как симпатично получилось. Посмотрим, когда мы поставим свечку туда, как это все будет смотреться. Ну, если новогодний подсвечник, то он должен быть, естественно, наляпистый, сверкать. На нем должны быть всяческие новогодние украшения. Ну, думаю, с этой задачей я справилась. Вот получились у меня такие подсвечники. Этот я, пожалуй, не буду еще бусинками дополнять. Оставлю его так. Может, со временем что-то дополню чем-то этот подсвечник. Пока я оставлю их так. Получилось даже очень ничего.
Ну, а теперь вы посмотрите, как в конечном результате это все выглядит. Уже со свечками я их зажгу, и мы посмотрим вместе, как это будет все выглядеть. Вот такая вот красота в итоге получилась из простых баночек. Вот такие вот красивые новогодние подсвечники. Я надеюсь, вам было это видео интересно и полезно, что вы узнали что-то для себя новенькое и вдохновились тоже что-то сделать из простых вещей, какую-то такую новогоднюю красоту. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, буду этому очень рада. С наступающими всех новогодними и зимними праздниками. До новых встреч. Пока-пока.